Троицы Сергиева Лавра. Со всех концов России, и не только России, стекается сюда православный люд, дабы поклониться мощам великого угодника Божия, преподобного Сергия Радонежского. Вновь во святое Троице и словно восстав веснув, ввысь устремляется звонница в кружеве куполов. Лик преподобного Сергия Троицы строгий дух, в сердце вонзаются тернии моих окаянных мук. И с возрожденной надеждою в древних святых стенах жизнь вспоминаю прежнюю, тяжко скорблю о грехах. О, преподобнее Сергие, язвы былого прости, строгий ревнителю веры, разум мой просвети. Сердце мое окаянное светлой любовью согрей, вымоли покаяние грешной душе моей, да вознесется с молитвою к престолу Царя Царей, да будет с небом слитною прежде конца земных дней. Сердце мое окаянное светлой любовью согрей, вымоли покаяние грешной душе моей, да вознесется с молитвою к престолу Царя Царей, да будет с небом слитною прежде конца земных дней. Да будет с небом слитною прежде конца земных дней.